Очень вкусные конфеты можно сделать в домашних условиях из сгущенки. Чтобы они получились более оригинальными по вкусу, в них стоит добавить любые орешки. Подавать конфеты к столу можно сразу. Для приготовления таких конфет можно использовать любое печенье. Сгущенку следует приобрести отменного качества. Конфеты можно сделать не только круглые, но и квадратные или произвольные формы. Печенье 250 грамм. Сгущенка вареная 1,5 столовой ложки. Орехи грецкие, по вкусу. Количество порций 5. Подготовьте ингредиенты. Через мясорубку перекрутите печенье. Добавьте к крошке сгущенку. Всыпьте очищенные и немного измельченные грецкие орешки. Хорошо все перемешайте. Сформируйте руками шарики. Конфеты из сгущенки готовы. Приятного аппетита!